Вечером на одну из территорий областной столицы, которая пострадала в результате сегодняшней атаки со стороны ВСУ, приехал губернатор Вячеслав Гладков, а также министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, который прибыл в регион с официальным визитом. Пообщались с жителями, осмотрели повреждения. Встретились с жителями и обозначили временные рамки, в течение которого будут ликвидированы последствия сегодняшнего обстрела. А в целом хочу отметить очень положительную работу администрации, правительства, министерств, реализации всех программ, которые и Минстрой, и все органы исполнительной власти осуществляют на капитальному строительству, капитальному ремонту на территории Белгородской области. Наверное, мы умеем вот в сложные периоды всегда концентрироваться и получать результат, тот, который необходим. Поэтому хочу пожелать, ну, конечно, в первую очередь, мирного неба над головой и спокойной жизни. Тем объемом разрушений и сложностей, которые мы столкнулись в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, без решений и поддержки президента Владимира Владимировича Путина, без поддержки правительства во главе с Михаилом Владимировичем Мишустиным, без помощи нашего министерства, Министерства строительства, лично Ирека Анваровича, мы, конечно, не справились. Поэтому наша задача в прямом контакте с каждым человеком, который пострадал, эти проблемы решать. На место также приехал мэр Белгорода Валентин Демидов. Развернут информационный центр, где собственники могут получить ответы на свои вопросы. Специалисты уже убирают последствия прилета. В квартирах, где выбиты стекла, закрывают тепловой контур.